Ребят, вы в курсе, что весь мир прячет свои провалы, но выпячивает достижения, которых у нас же, у русских, сами и спиздили? Американцы уверены, что это они выиграли Великую Отечественную войну, а русские не умерли только лишь потому, что они нам порошок яичный доставляли в качестве гуманитарки. Швейцарцы гордятся часами, хотя спиздили у нас самый точный механизм. А мы даже не вспоминаем своего Кулибина и Бронникова, которые еще в 18 веке сделали часы с полностью деревянным механизмом. Все знают Фрейда, но почему-то никто не говорит, что он опирался на труды наших Сеченова и Павлова. Ребят, водородная бомба – это мы ее первые изобрели. Первый киноаппарат еще в 18 веке изобрел наш Тимченко. Когда нам, русским, тыкают про голодомор, почему-то не вспоминают свои голодоморы. Когда американские бизнесмены, чтобы удержать цены, сваливали апельсины и курей в ямы и присыпали это все аккуратненько хлоркой, чтобы никто этим не мог воспользоваться. То есть нам, русским, указать можно, а им, блядь, цивилизованным не принято. Когда в их цивилизованных дворцах короли срали в углы, не мыли руки и умирали от дизентерии, впоследствии мы, русские, ходили в бане, имели чистое нательное белье. Когда весь этот продвинутый, мать его, западный мир делал инквизицию кошкам, после которой они получили полчища крыс, никто не вспомнит им это. Зато нам, русским, они тыкают, что у нас не было дорог. Так они нам и не нужны были. У нас все пути торговые пролегали по рекам, а зимой по тем же рекам на санях. Когда продвинутая Европа от нищеты ела лягушек, а нищий самурай макал кусок сырой рыбы в уксус, чтобы не отравиться, мы, русские, вкушали осетров, мясные и рыбные пироги на 7 углов и блины с икрой. Когда в продвинутом западном средневековье был упадок, а потом возрождение, то у нас, русских, не было возрождения. Просто потому, что у нас не было такого упадка. Мы, русские, думаем, школы с Петра I начались. Нет, у нас открыл еще Ярослав Мудрый в 9 веке. Все вспоминают Нюрнбергский процесс, но почему-то никто не вспоминает, что есть еще и Токийский. Не принято вспоминать. Потому что Япония самобытна, не положена. Русские, научитесь гордиться собой, мы уникальны. Никто в продвинутом западном мире не будет умирать за другого. Они не понимают вообще такое. Поэтому всегда готовы на предательство. У нас же, у русских, код альтруизма в генетике. Мы Божьи, поймите вы это. Еще Христос сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Русские, научитесь гордиться собой и своими людьми. Но этого не желает весь западный мир. И мы идем у него на поводу, тем самым унижая себя своими собственными руками.